В Бесланской школе номер один завершилась ежегодная трехдневная вахта памяти, посвященная жертвам террористического акта. Сотни людей приходили в сгоревший школьный спортзал, ставший мемориальным комплексом. Ровно в 9:15 прозвенел школьный звонок, который 14 лет назад стал для 186 детей последним. В траурных мероприятиях памяти жертв трагедии в 2004 года школьников, родителей, учителей и бойцов спецназа принял участие архиепископ Владикавказский Иоланнский Леонид и духовенство Владикавказской епархии. Владыка совершил заупокойную литию по погибшим в те трагические дни у поклонного креста, установленного в спортзале. А рядом со школой продолжается возведение храма новомучеников и исповедников российских. В 2010 году был заложен первый камень, и в 2012 началось строительство. Как вы видите, сейчас практически строительство вышло на завершающую стадию, но очень много еще предстоит сделать. Нужны катастрофически не хватает средств и для отделочных работ, и для возведения купольной системы. Мы надеемся, что с Божьей помощью неравнодушные люди помогут нам, и мы сможем завершить эту стройку.